А? Чё? Какую потеряно соединение с сервером? А? Я что, я слишком нищенскую версию игры купил, нахуй? Что это такое? 150 пинг, нормально. Можно играть. Я на диком. Особо выебываться не хочу. Ебать, нахуй. Ай. По мне, что ли, стреляют? Главное первым увидеть противника. Что главное в Таркове, друг? Первым увидеть противника. Если противник первым увидит тебя, ты умер. Диким только лутаемся. Диким, друг, это. Ни на кого не бычь. Ого, блок питания, похоже. 50 тысяч сюда. Восемнадцать тысяч сюда. Уже 68, друг. Ебать, смотри, сколько лутеров. Hello, boys. How are you? Hello. Так, китайцы, понял. Пойдем подальше, вдруг читеры. Еще припишут меня к читерам. Слышь, аирдроп летит. Но я знаю, где он упадет. Не переживай, я знаю, где упадет. Мы сходим потом туда. Ладно, пошли на аирдроп. Что, что? Что, тут не принято разговаривать, друг, это шутер. Аирдроп обычно падает вот тут вот слева. Ну и на него много людей приходит, поэтому будем осторожны. Вот там должен был упасть, представляешь, нету. Ну ладно, чуть подлутался, пошли на выход. А потом по бабам. Лаондрик, с праздником тебя! День Республики Беларуси сегодня! Что? Ты же в Беларуси живешь, ты че? День Республики у вас в Беларуси, он подсказывает. Первый раз слышу. Лаондрик, я беру автомат с нормальными патронами, наконец-то. На рынке купил, дорогущий пиздец. Иду в коридор. Ага, вон боты мертвые. Ага, вижу, да. Это не бот, кстати, по-моему, чем. Вот-вот. То есть он внизу, скорее всего. Он внизу, скорее всего. Вот он! Сука, я умер! Ему плохо, добивай! Убил. Сюда, на. Все, выноси мой шмот. Ты выносишь мой лут, самый главный? Я не один, не могу. У меня всего 22 миллиона. Лаундрик погибает, ребят. Ну, без меня-то понятно, там шансы у него невелики. Но это из-за пинга, пацаны. Я умер из-за пинга. Дурацкая идея была. Мы просто хотели найти катку. Из-за этого ворвались в пинг. Но это невозможно. У меня пинг около 200 был. Естественно, я навалял ему урона. Я много ему урона накидал, но я умер первее. Как раз из-за пинга, друг. Короче, там был такой же гений, как я. Он налетел фонариком на дробовике. Подожди, там кто-то был так же, как ты, с кучей фонариков на дробовике? Я их обоих убил. Ладно, мне у меня вот самый душный квест сейчас этот. На часики надо взять. Ключик от машины и потом часики взять. О, блядь, как я его долго сделал. Он у тебя сделан? Да. Так, давай, хуя у тебя ствол. Я про автомат. Да, мог бы это. Подожди, мне теперь надо зарядить магазин. Ты что, заряженный не взял с тобой? Нет, я взял. А ты мне без магазина дал или что? Магазина. А где? Он пустой должен был быть. Он. А где магазин? Я перезарядил, магазина нет. Вот, вот. А, ага. Все, я заряжаюсь. Очень плохо. Я заряжаюсь, Слава Андрей. Пойдем. Как будто нам в спину стреляют.
Сурендер, блядь! Нам дальше надо пройти, там комнату дальше. Как он называется? Кустак. Шершир, в кустах был шершир. Да-да-да-да-да. Поднимается, по-моему. Да. Хорошо ему навалял. Блять, я умер. А я за... Я что, плавандрику не мешать? Да, пиздец просто. Голова, глаза, охуенно. Я за стеной был, когда умер, нахуй. Первое столкновение, Бриз за 2 секунды отлетел. Но потому что я, это, ведущий в звена. Лаундрик прикрывает, я ведущий. Естественно, я первый ловлю маслину. А тебя этот на лесенке убил? Да, я пошел за ним уже, что сидеть-то. Я готов, ты готов, Лаундрик? О, мы рядом, пошли. Да, пойдем. Сразу занимаем эту. Второй этаж. А, там перед нами спаун есть, поэтому осторожно. Понял, я пушу. Треть бритва. Я влетаю на второй. Сурендер, блядь! Чисто. Выжил? Да, я жив, чисто. Ты дверь закрыл за нами? Так, я захожу в комнату с ключиком. Так, не тот ключ. Да, все, взял, уходим, можно уходить. Только я не знаю, где там проход, в заборе должен быть где-то. Ну, короче, назад возвращаемся, где мы респанулись, и там по дороге пройдем. Не-не-не. Квест нужен. Я дырочку прошел. В кустах она. Пока чисто. Жду тебя. У тебя оптика есть там, снайпера? Да, есть. Я на этих кучках не вижу. Значит, убили. Справа, смотри. Бот прямо где-то. Справа и спереди. Короче, я пушу. Ну, я справа же еще. Кабец! По тебе? Нет. Ай, блядь, сука! Ай, не вижу, откуда стреляют! Иди назад. Киляюсь! Так, попробую, я откилялся, попробую открыть этот. Убил одного. Есть, есть, по съебам. По съебам, Лаундрик, сейчас сделаем квест. Что за ЗБ-11? Куда? Сюда, слева еще. Прямо. Где прямо? У белой тачки. Блять. Вот этот? Да, 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 да. Дверь открыта должна быть? Нет. Тихо. Все, все, легко. О, с первой попытки, Лаундрик. О, это было слишком. А есть как-то посложнее здесь режим сложности? Можно сделать? Это максимальный сложность. Это максимальный сложность. Легко. Слева. Слева бежал, слышал? Ёж. Да-да-да. Сюда нет. Пошли пушим его, он под землю вроде ушел. Пушим. Он слева, скорее всего, под землей.
Вот здесь сразу. А, нет, справа. Вот здесь справа. По боту стрелял. Чем-то глушеным. Че, рашен? Рашен, да. Справа, справа, в соседнем контейнере. Разъебал. Ой, нахуй! Я ему тоже в жопу дробину садил. Блять, там какой-то крутой броник. Так, сейчас мне броник надо исследовать. Долутай его. Ой, как мы его, ой, как прочитали, а. Да, чисто. Угу. По тебе? Чё там? Впереди справа. Угу, понял. Я сзади. Сейчас я передержу, слетаю. Я прохожу. Справа, справа, справа. Понял. Штуки будут. Пусто. Второй чисто. Я его прям где-то слышал рядом с собой. Но он где-то, да, под нами. Тихо, не спеши, не спеши. Навалял. Справа. Справа, в офисах. Убил. Ага. Я без рук не могу. Блять, ебучий такила, ай, брит, вас спаси! Бегу! Он за мной бежит, бегу, сука! Бегу, бегу, бегу! Ты где, в офисе? Нет, 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 в этих ваннах. В ваннах иду, блять. А, да, вижу его. Пизда ему. Он с тобой бежит. Да я не вижу. Уходи. Убил. Бля, мне плохо, я хиляюсь. Я сейчас хиляюсь. Но ты хорошо его тут запутал. Бля, нахуй мы без рюкзаков пошли. На эвакуации, по-моему. Все, уходим. Давай, зовут его быстрее. Все, там пусто, он с говностволом. Четко, четко, четко отработали, четко нахуй. Я спиздил с него маску. Хорош. Ее только на барахолке не продать почему-то. Сразу видно новичка, денег достаточно, я все равно буду бегать в лоу-гире. Не в лоу-гире, я бегаю калаш вот этот, сборка, где-то 100 тысяч в сборке. Но это, да, новичковая сборка, типа для тех, у кого закрыта была барахолка. Но я привык к его отдаче. Дальше буду этот, другие стволы. Ты готов? Нет, сейчас я... Да. Без смертей играем. Давай налево, наверное. Я там спам челик. Ой, да нахуй, я даже стрелять не буду. Найс шот, бадди. Вот что значит за базаром следить надо, да? Ублюдком обозвал, землю жует. Ща, подожди, подожди. Подожди. Дело важное. Че в ногах, брат? Че в ногах-то? Ха-ха, валяешься. Привычка с GTA. Да ладно, че, как сыкло, пошли вы это в общагу на мужика. Почаще напоминай, мы богатые, пиздец. Убил? Да. А, блядь. По тебе? Откуда ты из леса? Да, вижу. За елкой. Блядь, за елкой. Убил, убил, убил. Хорош. Чевок? Какой? 41. Прямо, еще один. Убил. Бля, я хиляюсь, мне плохо. Давай, 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 давай. Ну, короче, война войной, я проголодался. Сейчас это все. Так мне еда нужна, не вода. Так она восстанавливает и... А. Термос с собой взял. Ну, это продумано, ладно. Все, пошли их трогать. Картошки здесь нет, я в картошку взял. Шняк же. Все, ем.
Дверь открыта. Если что, эти F-ки есть, но упал челик. Ладно. Я чекаю. Чисто все открыто. Да вот, вот он! А, в смысле ты не умираешь? Нихуя, блядь, я ему в голову попал. Звук плитки слева был. Вот с той стороны. Слева-слева. Только не знаю, сверху, снизу. Surrender, dude. Drop your weapon. Or you will be destroyed. We don't must shooting each other. Ты по-немецки, что ли, говоришь? Давай, погнали. Отлично. Теперь эвакуируемся куда? Теперь нам надо... Это пачка, походу, двое по ботам стреляют. А он так тупо в этот... На покушать, на природу выбрались. Че это такое? Это этот, emergency пакет. Химоза какая-то? Не-не-не-не. Ну, прочитай там, не помню точно. Поели, попили, можно и домой. Хорошо съездили. Справа там топтали в здании. Хуй с ним. Закрыто. Вот вдруг, кстати, справа и слева. На железку нам? Чебок, в двери! Ай, блядь, перезаряжаюсь! Я убил его. И там еще есть. Осторожно. Засада ебаная. Но того надо полутать, да, Эдь? Тебе туда на квест надо? Да. Все, понял. Пошли с другой стороны здания обойдем. Не было. Вижу его, вижу. За вагоном, прямо передо мной. Ты где сейчас? В здании, где ты чела убил. А, все, я сзади тебя, ага, я тебя не заметил. Вот он, за двойными, за колесами. Видишь, где разбито стекло? Ага, ага. Он вот за этими колесами сидит. Ага. Типа он пасет труп. Ага, вижу, жопу его вижу, ага. Да, вон пикает. Сейчас, тихо. Ты можешь зажать туда, зажать. Смогу. Сейчас? Сейчас, ты смотри, чтобы он не выпался. Ладно, давай. Лара, он налево убежал, направо. Ну надо его распушивать. Да, он сидит там все еще за колесом. У тебя нет больше гранат? Я ему чуть-чуть накидал. Он дышит там. Да, вижу. Он уходит. Перебегает. Куда? Налево? Право? Выебал нахуй! Хорош. Иди закилься. Вернись, закилься. На перебежке подловил, сучка. Все, давай, делаем, уходим. Сейчас дикий нас выебут. Давай, лутаем их и выходим в плюс. Фиксируем профиты. Так, лутецкий. Супер калаш, что за броня? Лучше моей. Ебан залутал. Ладно, СВТ взял. Видеокарту у него ебать! О, это мощно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друг, ты что? Ебать, Лаондрик, мы с тобой покрошили штук 20 ЧВКшников. Слушай, у меня только один ЧВК зафиксирован убитых. Так, я сейчас, Лаондрик, новость запущу в Телеграм. Ты отслеживаешь мой Телеграм? Тебе интересны новости? Конечно. Все, запостил. Я запостил, Лаондрик. Я в луковом кружке. Это что, мы где? Это мы, по-моему, около старой заправки, да. Патроны крафтить нельзя, нет. Можно. Крафтить? Патроны крафтить? Да, некоторые тоже. Написано крафт. Снайпер, внимание, снайпер написано. Ну, блядь. Вот он нахуй. Ай, нахуй! Меня убили. В смысле убили? Ай, мать! Сука! Я иду, смотрю. Ай, блядь, да не стреляй ты, я умер! Я умер! Сука, да хватит киляться, уходим! Ай, блядь! Все, я его убил, походу. Все нормально. Лаондрик! Лаондрик, что это нахуй было?
Я борюсь за жизнь. Дорого страховать. Да сука, сейчас я бейсбол выпью. Сижу на всю карту, кашляю. Все, все, нормально. Отставить, никакой паники. Блять! Тут пацаны бегут какие-то нахуй. Ай, перезаряжайся, мужик, не стреляй! Френдли! Ебать, убил! Убил нахуй! Ебать! Сука, обмануть пришлось. Пришлось обмануть, что я френдли, брат. Ебать, всех перестрелял! ППшки, пиздец, я там, по-моему, второму на лакерство в хэд посадил. Я в кустах там ежом хиляюсь, нахуй. Шуршу, кашляю. Хорошо, что кашель перестал, блядь. Да, 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 есть такое. Так, у первого ебать какая-то супер волына. Но я ему броньку всю нахуй вскрыл. Лампочки, шприц, болты. Бля, это ремонт, это электрики какие-то. Скидывай все в свой и свой в этот, а тот одевай. А, понял. Канистра почти 200 кусков стоит. Да ладно? Да. Бля, умирать нельзя. О, попить. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой, тушеночка, попить. Попить, поесть принес, и гранат дал. Актер нахуй. А, он из... Я говорю, у него какая-то тапалка, горностай, блядь. Это хорошая броня, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, доллары. Глушак и прицел сними с тапалки. Блять, там война, похуй. Наелся, напился, все, куда выходим? Хуя, я киберспортсмен, оказывается. Ежик, спасибо за самочку. Друг, пошли, выбьем там всех. Нам вот сюда. А, не, на этаж ниже. Вот теперь направо, в серверную. Вот тут полутаться можно. Будешь лутаться? Ого, ого, ого. Мыло. И вот справа еще там офисы, да. Давай, заходи. А что тут лутать-то, где? Ну, пришли. Тут где-то на столах карты. Им очень открыто. О, я сейф нашел. О, ебать, я лидыкс нашел. Вот, хорошо, да, несколько точек есть спавна. Так, Лаундрик, фиксируем, надо выходить. Сколько он стоит? Разведданные какие-то нашел. Папочка 300 кусков стоит. 300, бля, Лаундрик, уходим. 700к лидыкс, Лаундрик. Так, где у нас точки выхода? Так, тебе и разведданные, мне этот. Больно открыто, давай уходим. Иди за мной. Сейчас мы на этом же этаже еще сходим. Блять. Блять, сзади. Ты умер? Да, меня просто сбрило нахер сразу. Жалко, жалко пацаны Лаундрика, но теперь пришло время думать о себе. Все, все, до свидания. Лаундрик, я за тебя не смог отомстить. Да, мы потеряли Лаундрика, пацаны, но... Заработали миллион. Но заработали миллион. Игра пишет, что я пробежал. Но она даже не понимает, насколько это было опасно. На сегодня все. Пацаны, давайте завтра продолжим.